Призывники отмечают свой праздник каждый год 15 ноября. Появилась эта важная дата в 1992 году, когда 12 ноября вышло особое распоряжение президента Бориса Ельцина. В документе отмечалось, что праздник должен повысить престиж воинской службы и повлиять на военно-патриотическое воспитание молодых людей. Для будущих призывников 5-й школы Хасавюрта руководством образовательного учреждения было организовано тематическое мероприятие «Курс молодого бойца» среди участников. Учащихся 9-х классов. На страже страны, в карауле Отечества, чтоб не было миру и счастью преград, стоит на виду всего человечества, а верить славой российских солдат, и песни над строем, и в сердце присяга, и память вошедшую в историю лет. Да, не почти каждый державный восяга, солдатская злобность оставила всех. На мероприятии в качестве членов жюри были приглашены директора всех школ города, которые оценивали уровень подготовки участников. Задачу ребят входило выполнение 5 испытаний. Это отжимание, конкурс на меткость, надевание противогаза и многие другие. Присутствующий в зале начальник призывного пункта Хасавюрта Артур Аджиев поблагодарил организаторов за проведение мероприятия с вовлечением именно учащихся старших классов и огласил результаты участников по итогам всех пройденных конкурсов. В общем, по итогам конкурса мы посоветовались, решили, что без указания счета выиграла команда 9-го класса. Спасибо за проведение мероприятия, за приглашение. Все прошло хорошо. Ребята, все это будущие призывники, потенциальные, начиная с 17 до 27 лет. Поэтому призывниками будут все. Кто-то будет, кто-то будет, кто будет. В зависимости от этого, все они являются мужчинами, призывниками. Чтобы все у вас было хорошо, удачи, службе, жизни. В ходе мероприятия Артур Аджиев также вручил благодарственное письмо командиру юноармейцев 5-й школы Джамиле Абуковой за активное участие в организации мероприятий. Основной целью проведения Дня призывника в данном учебном заведении является расширить и углубить знания учащихся об армии, воспитывать нравственные качества и интерес молодежи к истории страны. Самбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».